Просто никогда не запускайте это приложение, так как у вас все украдут. Ну а меня зовут Алекс, и если ты обычный игрок CSGO, тогда обязательно досмотри этот ролик до конца. Просто чтобы себя обезопасить. Поэтому вы сегодня и узнаете, как защитить свои скины. Ну и конечно же, спасибо за 500 000 подписчиков. Наша семья кейсеров все растет и растет. Среди нас только лучшие. И как всегда, первый час я отвечаю на все комментарии тех, кто поставил лайк. GG Drop — это сайт, где вы можете открывать кейсы и получать реально много халявы. Ну а если точнее, заходя на сайт каждый день, вы можете просто получать деньги. А на 11-й день вы можете получить бонус в 5-кратном размере. И кстати, не забывайте бесплатно открывать бонус. Вот я, к примеру, открыл, и мне выпало бесплатно открытие кейса. Я этот кейс открыл, и мне выпал просто офигенный скин. ggdrop.com. Ссылку я, конечно, оставлю в описании. За последнее время скам скинов сильно развивается. Придумываются новые способы, и даже уже появились работодатели. То есть да, вы можете устроиться на работу с камерами и просто ворвать скины. И вам будут за это платить деньги, как на обычной работе. Конечно же, это все неофициально. И поэтому все способы, которые я вам сегодня расскажу, вас максимально удивят. И в CSGO реально уже образовался такой некий Darknet, в котором и продают краденые скины, и берут на работу, ну и конечно же придумывают всякие различные схемы. Так что, парень, если ты не хочешь, чтобы у тебя украли все скины, тогда обязательно ставь лайк. Ну а я начинаю рассказывать про первый способ. Начнем с самого банального и будем переходить к максимально жесткому. Первое. Это сайты, которые у вас воруют скины. Да, мне предлагали рекламировать такие сайты. Понятное дело, я отказался. Но скажу честно, эти сайты предлагают сумму в 2, а то и в 3 раза больше, чем обычные. Ведь, допустим, подобный сайт заказывает у меня рекламу или у другого блогера. За первый день наши подписчики вкладывают туда деньги, а вывести уже ничего не могут. И таким образом сайт зарабатывает максимально много денег, а потом закрывается. Буквально через неделю. Ведь все эти сайты шаблонные, и открыть их стоит ну не больше 1000 рублей. Их максимальное количество видов. Первое — это рулетки, там где подкручивают. Да, вы заходите и видите, что там все выигрывают такие большие суммы на 1%. Вы закидываете, там выигрываете первый раз, закидываете второй раз, снова выигрываете, но почему-то вам трейд-оффер не приходит. И это такой самый простой обман. Множество сайтов обменок. То есть вы даете драгонлор и обмениваете, допустим, на 2 ножа каких-то дорогих. Так вот, вы даете драгонлор, а вам 2 ножа не приходит. Ну и типа баланс засчитывается на сайт. Ребята, будьте максимально осторожны, а лучше пользуйтесь теми, которые вы уже знали ранее. Второй способ будет очень банальный, но почему-то эффективен даже сейчас. Это фейк-ютуберы, и на своей страничке ВКонтакте я уже ранее выкладывал кого-то фейк-чувака, который прикидывался мной и дурил моих подписчиков. И скажу вам честно, мне написало около 5 человек, что их обманули там на $30, на $50. А если он создаст сразу 10 аккаунтов, то это вообще капец. И ребята, ссылка на мой Steam профиль есть в описании. Не нужно доверять каждому. Да и тем более ютуберы не просят скины у своих подписчиков. Кстати, тот фейк сделал профиль намного лучше, чем у меня. Ведь в своем стиме я особо не заморачиваюсь. А он прям реально заморочился. Идем уже к более таким жестким способам. Скам, на который попались очень много людей в 2018 и 2017 году. Надеюсь, что в 2019 году про него уже все забудут наконец-то. И не будут попадаться на эту уловку. Тоже немного связано с скам-сайтами, но немного другая схема. Вы заходите на сайт, вам дают 1000 поинтов, это примерно $1 абсолютно бесплатно. Вы его ставите и выигрываете, еще раз ставите и выигрываете. И допустим, вы набили уже там себе $300 и думаете, капец, сейчас выведу классный скин. Пытаетесь вывести, а вам пишет, вывод будет работать только тогда, когда вы закинете $25, допустим. Понятное дело, что вы уже выиграли 300. Но, ребят, не вздумайте закидывать $25. На эту уловку попались очень многие, даже мои друзья. Я не понимаю, как это работает, ребят, зачем вы закидываете 25, если это очевидный развод? И как вы понимаете, в конце концов, вывести вы ничего не сможете. Реально один из самых жестких способов скама, на который я попался. Это вредоносная программа. То, что вы видели, возможно, на приюшке этого ролика, которую запускать вообще нельзя. Это такой небольшой скрипт, который сам отправляет ваш трейд и сам его принимает с другого аккаунта. Да, то есть, допустим, приведу пример, как я на него попался. Но хорошо, что у меня ничего не украли. Расскажу, как я себя обезопасил. Допустим, возьмем программу Skin Changer. Когда она была на хайпе, все ее скачивали, все ей пользовались, и всякие скамеры решили этим воспользоваться. То есть, когда вы запускали программу Skin Changer, все ваши скины отправлялись другому человеку, и он их просто-напросто принимал. Да, программа работала, окей, все отлично было с программой. Но уже ваших скинов у вас не было. И вы, кстати, это замечали не сразу, только когда заходили в свой инвентарь. Ведь на все скины накладывался именно Skin Changer. Ну и как же я на это попался? Я скачал Skin Changer не с официального сайта, я не помню, почему я это сделал вообще. И зашел с основного аккаунта, на котором у меня в этот инвентарь стоил $3000 примерно. Запустил эту программу, захожу, да, у меня работает Skin Changer, все отлично, все хорошо.
Потом смотрю, мне на телефон приходит уведомление про подтверждение именно трейда. Я сначала такой не понял, при чем здесь мой трейд, но потом просто закрыл программу и перезапустил ее, и чтобы вы понимали, пришел тот же самый трейд на все мои скины. И да, если бы у меня не было мобильной аутентификации на этом аккаунте, то все, все мои скины бы улетели к какому-то человеку. Вот вы еще сидите и думаете, что, блин, мобильная аутентификация почти у всех, реально. Но нет, ребят, вот у меня в CSGO около 5 аккаунтов, и мобильная аутентификация только на 2. Потому что у меня только 2 телефона, и мне неудобно, знаете, перезаходить постоянно в аккаунты. Поэтому вы обязаны поставить реально Steam Guard. И самый последний жесткий способ, который я нашел на YouTube в 2019 году. Он меня просто поразил. Есть парень, который трейдит, допустим, керамбит Доплер. Очень-очень редкий. Вы заходите на его аккаунт, видите, что там реально есть керамбит Доплер. Очень-очень редкий, прям реально очень дорогой. Договариваетесь с ним на цену там $3000. И ждете уже обмен, трейд. Ну и через некоторое время, да, вам приходит трейд с этого же вроде бы аккаунта. Вы его принимаете, а потом оказывается, что это не какой-то дорогой, а обычная самая фаза. Которая стоит, ну, не $3000, а 300. А отдали вы за него 1500. Как они это делают? Создается 2 абсолютно одинаковых аккаунта. Прям один в один. Описание, уровень, никнеймы и даже инвентарь с около 100 скинами. И даже неймтег у скина абсолютно такой же. Но на одном аккаунте реально дорогой керамбит Доплер, а на втором аккаунте дешевый керамбит Доплер. Да, они одинаковые, но допустим там Black Pearl, а там фаза 1. И на этот один скин цена сильно отличается. И этот способ скама очень популярный в 2019 году, прям максимально. И поэтому, ребята, не давайте заработать именно с камером. Ведь все эти организации, которые даже вас берут на работу с камером, зарабатывают большие деньги, больше 1000000 рублей. И, конечно же, обезопасьте себя. Ну и, ребята, обязательно ставьте лайк, если вы не хотите, чтобы ваши скины украли. И обязательно подписывайтесь, чтобы смотреть самые интересные ролики по CSGO. Ну а слева вы можете посмотреть интересный ролик с моего канала, я реально всем советую. Ну а меня зовут Алекс, всем удачи, скорых встреч!